качество ремонта Одинцовского историко-краеведческого музея проверили активисты местного отделения «Единой России» вместе с представителями общественной организации «Дети войны» и молодогвардейцами. Инспекция прошла в рамках проектов «Историческая память» и «Старшее поколение». Сейчас одно из помещений реставрируют для размещения новой выставки, посвященной Дню Победы. «Надеемся, что в мае мы тем же составом придем на экскурсию в обновленный зал», сказал депутат окружного совета Михаил Солнцев.